Всем привет, дорогие мои! Сегодня у нас с вами обзор новинок 6-го каталога 2023 года. Как вы видите, ничего не тестировала, только при вас открываю, поэтому более подробное видео будет после того, как я все протестирую. Это прям такой очень быстрый, очень скорый обзор всего того, что мне досталось. Все вы знаете, что VIP-консультанты, они... Это ручки у меня муж такие делает на пункте выдачи. Все вы знаете, что VIP-консультанты с уровня VIP-9 могут брать новинки за 2 недели до начала продаж. Мне очень нравится эта фишечка, и поэтому будем смотреть, что к чему. Ну, все, что я смогу, я примерю, вставлю, конечно же. Все, что не смогу, ну, допустим, кремы, нужно же посмотреть хотя бы 3 дня, как они будут действовать, согласны со мной? Итак, что же у нас тут есть? Так, первая новинка у нас с вами, вот все, что я тут вижу, это устранение перхоти. Вот такой вот шикарный, огромный шампунь и шампунь-бальзам. Шампунь против перхоти. 400 мл. Мягко очищает кожу головы и волосы. Артикул 2767. Огромный такой здоровенный объем. Это абсолютная новинка. Он создан для профилактики возникновения перхоти и борьбы с ней. Также он успокаивает раздраженную кожу головы, снимает зуд и восстанавливает здоровый баланс кожи головы. Итак, запах. Ой, какая приятная свежесть запаха. Боже мой, какой он еще и густой, вы посмотрите. Он просто густущий, он вообще не течет. Запах просто бомба. Мне очень-очень понравился, я прям в восторге. Угу. Так, тут в составе идет перитион цинка, который устраняет перхоть, нормализует работу сальных желез и микрофлору кожи головы. И также биотехнологический комплекс, который интенсивно укрепляет корни волос, заряжает волосы энергией, обеспечивая питание волосяных фолликул. Шикарно. Так, ну, так как это новинка, мы с вами сейчас будем все читать и гуглить, как оно есть на самом деле, да, потому что эту часть не показываю. То есть вот тут и составы, и все можете ставить на паузу и читать. Вот так вот. Вот так вот. Свежачок совсем еще. Так, следующая новинка идет шампунь-бальзам против перхоти. Тоже 400 мл, как предыдущая версия. Он деликатно очищает, придает волосам мягкость и блеск. Артикул 2768. Одинаково подходит для женщин и мужчин и подростков с 14 лет. Он клинически протестирован и доказано, что устраняет перхоть с первого применения. И подходит для регулярного применения для всех типов волос. Ну, давайте смотреть его консистенцию. Тоже беленький. Тоже, как вы видите, еле-еле течет. Ой, запах идентичный предыдущему. Реально, такая приятная свежесть. Просто обалдеть не встать. Мне очень нравится. Прямо очень нравится. Я в восторге от такого запаха. Свежесть, легкость, что-то такое очень-очень приятное. Стоят они, ну, получается, 300 рублей по цене каталога. После регистрации сразу же скидка 20%. Если сделали 50 баллов первый каталог заказа, то на следующий каталог и все последующие будет скидка 26%. Обожаю нашу компанию. Столько всегда клевых, классных новинок. Я просто обожаю. Да, ну, серия «Эксперт» у нас прямо огромная, большая. Будет шопинг в удовольствие. Это купоны. Будут дариться купоны весенние скидки 50%. 17.04 по 07.05 мы их будем набирать и тратить в следующих периодах. Итак, следующее, что я вам покажу, это майка. Такая вот майка, артикул 862-984 в размере XL. Ну, это, конечно, надо примерять, но ткань я могу показать вам очень даже близко. Я майки не очень люблю, но этот цвет майки мне прям очень-очень понравился. Прошито все очень хорошо, ровненько. Ткань плотная, она не будет просвечивать, что очень-очень приятно. Они идут полностью без рисунка. Обычная такая вот хорошенькая маечка, очень даже приятная. Так, хорошо. Майка мне понравилась безумно. Так, они, наверное, в каталоге на последнем. Где-то эта майка. Угу. Ну, тут, видите, большущая прям коллекция. Ну, вот майки, к сожалению, пока не вижу тут в этой коллекции. Вот такая есть майка, да, интересная. Но это не она. Так. Угу. Платья. Такие теннисные прикольные. А, вот маечка такая вот. Их тут синий, малиновый, молочный, топ без рукава называется. Угу. И фисташковый. Ну, красивый фисташковый, очень красивый такой цвет. Очень-очень даже приятный. Так, далее, что мне досталось по VIP-у, это такой вот джемпер без рукавов. Очень интересная модель. Я не знаю, с чем его носить, этот джемпер. Мне даже интересно, в каталоге. С чем же он в каталоге?
А, вот он. В каталоге он просто так, типа, просто так носите. Вот такой вот цвет сейчас у меня в руках. Есть еще вот такой цвет. Красивый бежевый, лиловый, светло-синий. Вот, ну, лиловый, конечно, отпад вообще. Бежевый я не очень люблю, но мягкая, легкая ткань. Внутри такой вот подшерсточек есть, тоже очень мягкий. Рукав тут все двойное, все прошито. Очень хорошая вещь. Не знаю, почему так дешево, но качество просто обалденное. Низ изделия выполнен в форме резиночки. Ну, для тех, кто, может быть, под водолазку его можно надеть. Или самостоятельно, да, можно надеть. Тоже такой хорошенький, я бы сказала. Угу. Ну что ж, будем иметь в виду эту красоту. Так, дальше идет такая вот топ с рукавом крылышко. Интересно, что за крылышко? Давайте смотреть, что за крылышко. А, просто вот такое. Ой, ну это вообще классно. Я такие очень-очень люблю. Обычная футболка, просто с очень-очень коротким рукавчиком. Вот она, видите, да, вот эта подмышка. И, в принципе, очень даже хорошо, красиво смотрится. Так, давайте посмотрим, где он есть у нас с вами в каталоге. Угу. Крылышко, крылышко. Ну, это точно не он. А вот он, вот наш крылатый топ. Очень красиво, конечно, да, смотрится аккуратно. Мне такое нравится. Ну, в общем, смотрите, я взяла черный, длинный весьма. Ну, конечно, это все в примерку, только в примерку. Так, далее идет такой вот свитшот с воротником поло, тоже очень интересный. Артикул 862-840. Давайте же будем смотреть. Угу. Ух ты, какой плотный, какой классный и качественный. Слушайте, ну мне нравится. Я прям вот беру в руки и кайфую от супер качества этой одежды. Видите, как здорово. Это тот же самый, что без рукавов, только с рукавами уже теперь. Низ изделия выполнен в форме резиночки. Довольно таки такая плотная, тяжелая, хорошая, добротная кофточка. Да, и она вот не мнущаяся. Она сейчас просто в упаковке. И так, тут есть пуговки, мало ли жарко. Вот я очень люблю себя расстегивать. И все, что без пуговиц, я обычно бракую, не беру себе. Только по той простой причине, что я люблю, вот при ходьбе я потею. И мне надо, чтобы тут было много свежего воздуха. Низ рукава выполнен в форме резиночки. Очень такой классный. Ну, слушайте, я прям довольна качеством. Просто обалденное качество. Мне очень понравилось. Я прям счастлива. Дальше. Точно-точно такой же, только лиловый, без рукавов. Артикул 862-882. Отлично просто. Так, топ с рукавом крылышко. Теперь бежевый. 862-960. Так, это свитшот с воротником поло. 862-834. Цвет бежевый, размер XL. О, я даже знаю, в чем я и куда поеду, и когда. Носочки пошли. Носочки, слава богу, были все. Вот такие вот носочки. Артикул 820-635, размер 36-38. Ну, эти все носочки, они или белые, или вторят цветам. Обычные такие, очень классные, дежурные. Кстати, хорошее очень качество, мне понравилось качество. Прям супер. Одни идут полностью белые, другие с голубой полосочкой. Вот при очень-очень сильной натяжке мы видим, что они просвечивают. Но это так натянуть, чуть-чуть не порвать ткань. Я бы так сказала. Ну, хорошо, хорошо, мне понравилось, прям супер. Вот это у меня размер 36-38, есть еще больше размер, но смысла нет больше заказывать. Вот, и такая вот на вторых, такая вот обычная голубая резиночка. Так, далее, точь-точь такие же, вообще ничем не отличаются, только под вот этот комплект, под этот цвет, как вы видите. Тоже очень хорошенькие. 820-639, тоже в размере 36-38. Состав 68 хлопок, 29 полиэстер. Все супер. Точно-точно такие же с черной полоской. Так, 820-637. Угу. Тоже размеры все одинаковые. Ну и самая вот эта вот нежнятина. Боже мой, как мне нравится. Вот лиловый оттенок. 36-38 тоже размер. 820-641. Все на зип-замочке. Очень удобно. Открываете, закрываете. В общем-то, удобно. Как бы хорошо. Две пары в комплекте. Далее, это не новинка. Это красная тряпочка мыть пол. Хотела заказать две, заказалась одна. Тряпочка для уборок. Предыдущей хватило на несколько лет. Ну, года на два точно. Артикул 115-28. Ну и существует поверье. Она идет из микрофибры.
Такая вот мягкая, хорошенькая. Подходит для любых поверхностей, для сухой и влажной уборки. Не оставляет разводов салфетка для пола. Если вы моете пол красной тряпкой, то это к деньгам. Поэтому имейте в виду. Третье, тоже не буду его разворачивать. Это у нас идет с артикулом 862 3/8. Жилет с своеобразным вырезом, тот же самый, без рукавов. В размере XL, 80 хлопок, 20 полиэстер. Тоже прям красота еще та. Мне прям понравились эти джемперочки. Так, дальше. Так, открываем вторую коробочку. Во-первых, вот эта вода. Про нее будет вставлен видеоролик. Это у нас Amorodisiac с артикулом 34200. Ну что ж, давайте будем смотреть, что за запах, что за аромат. Я, конечно, эти пробники не люблю, если честно. Потому что не всегда мне хочется слушать пробник. Бывает такое, что не очень-то совпадает. Легкий, нежный, еле уловимый аромат. Какие-то свежесть, цветочная, ягодная свежесть. Что-то очень-очень приятное, мега приятное. Мне очень приятно. Прямо очень приятно. Так, артикул у пробника получается 34200. Ну, мне зашло. Я хочу полную версию заказать. Да, очень вкусно. Так, тут его, наверное, в каталоге еще нету, этого Amorodisiac. Ну да, конечно же, откуда же он будет? Amorodisiac, потому что это новинка следующего периода. Ну а вишенкой на торте сегодня будет еще одна наша парфюмерная новинка. Она про пробуждение чувственности. Это аромат-провокация с овердозой молекул аттрактантов. Парфюм под названием Amorodisiac. Мы уверены, он станет вашим секретным оружием. Итак, в этом парфюме высокая концентрация 5 молекул. Аттракталида, экзальталида, мускона, амбраксупер и романдолида. Эти слова звучат будто из древнего заклинания, не правда ли? На самом деле, все это молекулы – вещества семейства мускусов. Аттрактолид – очень деликатный, пудровый мускус. Звучит на коже очень интимно, подчеркивая собственный мускус кожи. Парфюмеры его описывают как вызывающий притяжение и зависимость. Экзальталид – один из самых изысканных мускусов, которые используются в высокой парфюмерии. Он раскрывается на коже особенно чувственно. Мускон очень мягкий и слегка сладкий, придает аромату теплые, слегка животные нотки. Амбраксупер – самая яркая из 5 молекул, придает звучанию парфюма глубину и венчает это созвучие изящный романдолит. Из-за обилия мускусов парфюм не громкий, практически невесомый. Он звучит интимно, так как сидит близко к коже и сливается с ее звучанием. Кроме мускусов, парфюмер добавил Amorodisiac деликатное цветочное дыхание самых чувственных цветов – розы и ириса. Пусть Amorodisiac станет вашим маленьким секретом, эликсиром, который подчеркнет вашу сексуальность и магнетизм. Так, далее, смотрите, это у меня губки. Я их сразу начну сейчас перекладывать. Губки очень интересные, с артикулом 910-144. Эта губка-салфетка идет двухсторонняя. Она очень-очень удобная, поэтому я сразу-сразу беру по много. Это не новинка, но мне нравится. Так, вот так она идет. Картоночка снимается. И тут есть масса таких вот, видите, штучек, которые вроде как скребут, но поверхность не портят. И с другой стороны такая, с одной стороны вроде бы нежная, но грубоватая губка. Ей очень удобно мыть, любую форму принимает, любой стороной, что со стола вытереть, что посуду помыть. В общем, очень такая, нравится она мне. У нас еще были губки, но, к сожалению, их сейчас уже нету в наличии, что очень-очень жаль. Но что поделаешь, как уж судьба распорядилась. Далее у нас с вами появляется вот такая вот биологически активная добавка к пище куркумин форте. Она у меня на данный момент падает в автозаказ. Мы очень много на Вальберис заказывали этого куркумина. И скажу честно, штука очень крутая. Когда ребенок начинает болеть, ее даже можно и ребенку. Она способствует укреплению иммунитета, снижает риск воспаления суставов и сохраняет их гибкость, снижает уровень холестерина, нормализует работу ЖКТ. Обладает антивозрастным эффектом. Тут идет 60 капсул по 400 мг. Это просто бомба. Мы очень долго ждали, когда это у нас появится. И следующая новинка, тоже очень крутая, это дигидрокверцетин. Врачи моему мужу прописывали пить дигидрокверцетин целых полгода, когда он сдал анализы, и у него показала очень густая кровь.
не таблетками, а именно дигидрокверцетином. Причем тут в составе дигидрокверцетина еще есть витамин А, С и Е. Он идет 30 капсул по 790 миллиграмм. Цена приемлемая. Скажете, что 699 рублей это слишком дешево. Нет, это не дешево, потому что тут всего лишь 30 капсул. Из-за этого такая недорогая цена. Артикул 157.90. Дигидрокверцетин это вообще инновационный ингредиент, который направлен на решение проблем сердечно-сосудистой системы. Также он идет не только как улучшение сердечно-сосудистой системы, укрепление стенки кровеносных сосудов. Он замедляет развитие атеросклеротических бляшек, и также он благотворно влияет на состояние дыхательной системы, оказывает мощный антиоксидантный эффект, потому что тут еще в составе есть масло виноградной косточки, это источник линолевой кислоты, которая регулирует обмен сахаров, жиров, также ускоряет выведение из клеток отработанных веществ и защищает от окислительного процесса. Содержит витамин Е, это мощный антиоксидант, и витамин А, это замедляющий процесс старения, способствующий нормализации функционирования всех систем организма. Я счастлива, что у нас наконец-то появился дигидрокверцетин. Я просто ликую, ребята. Я просто ликую. Наверное, все врачи сейчас будут вместе со мной кричать: ура, дигидрокверцетин! Потому что тот, кто знает, что это такое, тот меня поймет. Конечно же, пленочка. Вот такой у него составчик. Вот такой у него цвет. Дигидрокверцетин. Ура! 157.90. Випы берем, не стесняемся. Тем более, что это, скорее всего, полный балл должен быть. Так, лимон. Это 100% натуральное эфирное масло лимона. 5 мл. Вот такую упаковочку себе взяла. Так, следующий опять лимон. Это у нас тоже те же салфетки, которые, да, я вам уже их показывала, рассказывала. Так, БАДы. Тут огромное количество БАДа. Иммуносистем Суппорт Комплекс с артикулом 46753. Дальше тут идет Bowel Support, это поддержка кишечника, да, то есть если это иммуностимулятор, это поддержка кишечника. 46-767, поддержку кишечника нужно пить как второй этап после того, как вы пропили Либероверм. Либероверм у нас идет с вами артикул 156-97. Так, далее врач сказал, эндокринную систему можно пропить. 46-756, ну вот, в принципе, и все. Так. Уходим туда. Так, еще один каталог вложился. Не просила, но он вложился. Так, дигидрокверцетин начал попадаться. Его вообще можно как аскорбинку кушать. Столько, сколько захочется. Так, далее у нас с вами идут реально классные новинки. Так, из неновинок это бритвы по 3 штучки. Очень удобно брать с собой в дорогу. 910-060. И выкинуть не жалко, они 100 рублей чем-то стоят. Это очень мега дешево. Ну и наша с вами новая линейка. Это Miss Skinny. Горячие азиатские тренды в новой серии ухода. Вот столько выпущено различной красоты. Это у нас идет и гиалуроновая кислота в составе, и Модека Сосит, Лизат бифидобактерий, церамиды и пептидный комплекс. Состав довольно-таки богатый, довольно-таки суперский, как вы видите. И это все нам сейчас с вами очень-очень даже доступно. Про Miss Skinny очень хорошо рассказывают, поэтому я на ней не буду очень сильно заостряться. И эту новинку я бы хотела протестировать подольше, побольше и получше. Ведь у нас с вами появляется много всего очень интересного. Это, во-первых, сыворотка для кожи. Клевая и классная сыворотка для кожи. Цена, конечно... сыворотка вокруг глаз. Да, такие вот суперские, очень красивые штучки. Есть SPF 30, есть ночные кремы. Вообще красота просто неземная. Давайте же с вами смотреть будем все. Вся упаковка приходит в пленочке. Видите, все идет в пленочке. Очень хорошо упаковано, прям шикарно. Мне нравится. Ну, прям супер. Я довольна. Да, очень красивая такая упаковка. Итак, ну поедемте. Да? Так, первое. 0,975, такая вот малюська. При вас ее буду открывать. Да, посмотрим. Коробочка прикольная. Про нее тоже будет вставлен хороший ролик. Ребят, я их пересниму тогда, когда буду готова. Сейчас я вам просто показываю. Вот такой вот флакончик 15 мл. В принципе, да, обычный объем в компании Faberlic. Вот такая вот жидкая сыворотка для кожи вокруг глаз. Она интенсивно увлажняет кожу вокруг глаз и повышает эластичность, тонус кожи век. Это такая маслянистая водичка. С еле каким-то, может быть, даже цитрусовым, не цитрусовым, понять не могу, очень приятным ароматом. Или
или аромата нет, непонятно. Так, вторая у нас с вами идет сыворотка для лица против морщин с артикулом 0976, 559 рублей. Так, сколько же она мл? А, она идет уже 30 мл, на лицо нам надо побольше. Так, 0976, все так прям упаковано, ух! Так, очень симпатичные тюбики, приятные такие. Так, это уже что-то такое более-менее густое, очень даже такая тоже эмульсия, такая жидковатая, интересная. Запаха нет вообще никакого. Может быть, тут перемешку с парфюмом. Кстати, парфюм для меня раскрылся новой горчинкой. Еще вдобавок этот наш аромадизиак очень-очень понравился. Так, третье, что у нас там идет? Крем для кожи лица, фейс-крем, Blur Wave. Ага. Он выравнивает тон кожи, маскирует неровности, получается. Ну что ж, будем смотреть. Вот прям час назад мне муж привез его. Весь заказ. Новый формат пробую. Не сначала открыла, 3 дня попользовалась, да, а сразу же открываю. Но потом сделаю еще один отдельный обзор на это. Я так считаю, что следующее видео выйдет уже как раз таки более такое клевое. Кстати, впитывается долговато. Видите, до сих пор вот оно осталось. Так, 13,98. Такая вот классная аннотация. Способ применения. Разглаживающими движениями. Ага, тут еще запаяно. Вот зачем паять 100-500 раз? Угу. Там вот не было, а тут еще эта штучка запаяна, да, получается. Угу, тут такая дырочка небольшая. Ну, давайте сюда попробуем. Вот такой вот блюр эффект. Он идет как маскирующий, я так понимаю. Ну, слушайте, шикарно, не полосит. Тон мой, на удивление. И правда, кожа прям в разы выравнивается. Вот смотрите, где не выровнено и где выровнено. Прям в разы. Вот давайте сюда еще я добавлю небольшое количество. И разотрем с вами. Он очень хорошо разносится. Он такой жидковатый. Довольно таки эластичный. Ну, слушайте, разница обалденная. Мне нравится. Видите, разница прям супер. Угу. Одобряю. Запах. Запах какой-то есть, немножко парфюмерный аромат, но еле-еле. Слушайте, очень мне понравилось это средство. У меня иногда бывает такое с новинками Faberlic, что я быстро начинаю все подряд расходовать, чтобы потом подсесть на что-то одно. Так, следующее средство. Ну что ж, очень долго открывается. Так, тоже получается все в пленочке. Так, это у нас крем для кожи вокруг глаз. Там был гельчик, а это крем для кожи вокруг глаз. Артикул 0640. Так, ух ты, он с какой-то пипеточкой тут идет. Угу. То есть вот он такой. Интересненький. Угу. Вот, и тут такая вот, не знаю даже, как описать. Вот если ее увеличить, как думаете? Нет. Так, вот если ее таким образом увеличить, да, это идет что-то типа губки какой-то. Очень такой интересной, нежной такой губочки. Угу. Сразу такой эффект сильной прохлады. Ухаживает за кожей вокруг глаз, питая ее, подходит в качестве основы под макияж, быстро впитывается. Артикул 0640. Ну что ж, хорошо, хорошо. Так, следующее у нас идет с вами Day Cream SPF 30. Ну, это вообще такое чувство, что для меня создавали. Знаете, почему я так говорю? Потому что я светлокожая, и SPF я уже перед улицей давным-давно наношу. Что-то у нас апрель прям выдался очень такой, как даже выразиться, очень солнечный такой апрель. Очень классный апрель. Погода просто безумно приятная в этот раз, да, в апреле. Поэтому я прям кайфую от такой погоды. Мы очень много гуляем. Так, 13,73 SPF 30. Ну, по идее, он должен быть такой белесый. Ну да, такой вот он и есть. Считайте, SPF 30. И что же он делает? Дневной крем для лица с защитой SPF 30 50 мл. Надежно защищает кожу от солнечного излучения, препятствует появлению пигментации, обеспечивает кожу необходимой влагой. То есть все у нас с вами идет на увлажнение. Ну да, вот он такой и есть белесый. Такой склизенький, очень приятный. Слово склизенький вы не любите. Поэтому, ну,
очень приятный. И запах у него тоже очень-очень приятный. Ну что ж, упаковка тоже клевая. Можно ставить и до последней капли расходовать, как вы заметили. Так, следующий. Ну, вообще, без ножниц не разобраться. Следующий, значит, у нас с вами идет... Так, с артикулом 1372, это ночной крем для лица. После рабочего дня кожа нуждается в отдыхе, ты спишь, крем работает. Фильтрат бифидобактерий создает на поверхности кожи благоприятную среду для качественной микрофлоры, укрепляет кожный иммунитет. Карнозин замедляет старение. Также есть экстракт, который стимулирует синтез коллагена первого и третьего типов, возвращает кожу упругость, разглаживает морщины. И комплекс церамидов останавливает кожный барьер. Экстракт зерен овса обладает увлажняющими и укрепляющими свойствами. 1372 артикул, а миллиметраж у него 50 мл. Ну, классика, да? 50 мл это у нас с вами классика. Классика. Вот такая тоже упаковочка. Вот видите, классно будет вставиться. Шикарно, много места не займет. Так вот тут мы еще не наносили. Ну, он уже такой полупрозрачный. SPF на ночь нам не нужен. Кстати, очень приятный. Напоминает Айсеул, что ли. Запах, ну, еле-еле уловимый. Я очень плохо чувствую этот запах. Такое чувство, что его практически и нету. Кстати, сыворотка впиталась и немножко липнет. Вот это вот первое. Так, ну что ж, мне новинки все понравились. Я в восторге. Я прям реально в восторге. Крем навеки нанесла, реально быстро впитался, что мне понравилось. Пока все быстро, пока все классно. Мы создали лучшую бьюти-подругу для женщин серию Miss Skinny. Ее формулы с активными азиатскими ингредиентами и оригинальными текстурами превратят уход в настоящее удовольствие и подарят не только чистую, гладкую кожу, но и настоящую радость. Когда я гляжу на флаконы новой серии, то невольно улыбаюсь. Упаковки с милой, большеглазой героиней. Анимешны, немножко девчачьи. Поразительно, что внутри средства с невероятным эффектом. Можно сказать, что Miss Skinny разрушает многие стереотипы. Например, о том, что красота непременно требует жертв. Времени, сил или денег. Или стереотип о привычных нам текстурах косметических средств. Мы же привыкли, что средство, которое работает эффективно, должно быть непременно плотным. А текстуры Miss Skinny инновационные, но легкие. Например, сыворотка чуть плотнее воды. Нам удалось заключить целый коктейль полезных веществ в невесомой текстуры. Они моментально впитываются, а это значит, что и полезные активы доставляются в глубокие слои кожи практически моментально. Но такой быстрый эффект – заслуга ведь не только нежных текстур. Да, и самая главная инновация серии – это использование активных ингредиентов, полученных методом ферментации. О, в Азии ферментация – очень популярная тема. Достаточно посмотреть на азиатскую кухню. Она вся строится на процессах ферментации. Соевый устричный соус, кимчи, васаби, комбуча, тофу – это все результат ферментирования, процесса, улучшающего усваиваемость продуктов. В некоторых случаях этот процесс делает продукт еще более полезным и насыщает его дополнительно витаминами. В питании ферментация способствует здоровью и долголетию. И ничего удивительного, что тренд на ферментацию добрался и до азиатской косметики. Благодаря процессу ферментации улучшается биодоступность полезных веществ. Этот суперкоктейль гораздо легче усваивается кожей и быстрее начинает работать. Вот и раскрыт секрет эффективности этих средств. Давайте разбираться вместе, какие продукты ферментации входят в серию Miss Skinny. Ключевой ингредиент серии – фильтрат бифидобактерий, который создает на поверхности кожи благоприятную среду для качественной микрофлоры, активизирует процессы регенерации, укрепляет кожный иммунитет. А хороший иммунитет – залог здоровья кожи, сохранение ее ровного тона и упругости без морщин. Стоит отметить, жители азиатских стран очень обеспокоены влиянием окружающей среды на кожу, загрязненностью атмосферы, воздействием солнечных лучей. И уходовая косметика у них всегда обладает защитными свойствами. Это один из основных азиатских трендов, продиктованный местным климатом, густонаселенностью городов и другими экологическими факторами. Да, всем известно, что азиатские женщины не любят загорать, стремясь сохранить кожу светлой. Поэтому в любом дневном ухаживающем креме есть обязательный высокий фактор солнцезащиты. Дневной крем Daily Comfort содержит SPF 30, который сочетается с прекрасными ухаживающими свойствами. А еще один азиатский тренд – это забота о целостности липидного барьера кожи, без которого та не сможет защищаться от вредных факторов окружающей среды. Поэтому в ночном креме есть целых 6 видов церамидов, которые заботятся о восстановлении кожного барьера. А еще в средство Miss Skinny входит карнозин, который предотвращает гликацию клеток кожи и тем самым замедляет старение. Что же еще интересного в этой новой серии? Каждый продукт интересен по-своему. Например, крем Blur Whale. Он позволяет выглядеть в реальной жизни так же прекрасно, как вы выглядите на своей аватарке в соцсетях. Гиалуроновая кислота, эритритол, входящий в его состав,
быстро делает кожу увлажненной и гладкой. Гидролизат витамина Е убирает морщинки. А экстракты суперфуды обеспечивают антиоксидантную защиту, улучшают внешний вид и предотвращают первые признаки старения. А если дополнить его средствами для век сывороткой и кремом, результат будет идеальным. Средство для век – пептидный комплекс с ботокс-эффектом, который предотвращает морщины и укрепляет кожу. Белки молодости – структурный белок яблока и эластин, которые улучшают тонус кожи век. Ну и, конечно же, кофеин, который способствует сокращению отечности. Обратите внимание на упаковку. У этого продукта туба с инновационным носиком кушоном, который мягко, равномерно и нежно распределяет средства по тонкой коже век. В комплексном уходе средства Мисскини работают еще эффективнее. Подружившись с ними, вы обретете идеальное лицо, которому позавидует любая. Следующие новинки – это мега-польза для кожи рук у нас идет. Это вообще кучка таких кремов. Крем универсальный для лица, рук и тела. Также идет гель для умывания, дневной крем для лица, ночной крем для лица. Омега-хит называется. Тут идет 4 важных источника – льняное масло, облепиховое, оливковое, кунжутное. Ну что ж, давайте будем смотреть. Очень интересно. Так, это у нас что? Что я взяла? Что я взяла? Так, я взяла сейчас дневной крем для лица. Бережно заботится о коже, возвращает ей упругость и сияние. Комплекс омега-кислот, каротинодов активизирует обмен веществ в тканях, оказывает общеукрепляющие действия и усиливает антиоксидантную защиту. Так, тут есть защитка. Отрываем. Так, ага, он такой желтоватый. Такой вот хорошенький желтоватый. Консистенция у моего очень приятная, мне нравится. Так, запах. Ну, запах такой, знаете, обычного крема. Ничего такого супер крутого нет. Обычный такой приятный крем. В принципе, эта вся линейка, она идет недорогая по сравнению с предыдущей. Тут самое дорогое, это 200 рублей, а тут 700 есть, 500. Тут прям крутая, дорогая новинка. То есть компания, как обычно, вытряхнулась, если так можно сказать, и на любой вкус и цвет создала. Очень нежный кремушек, очень-очень так приятный. Дальше поехали. Ночной крем для лица. Так, ну он должен быть, конечно же, плотнее. Тоже желтенький такой. Ух, как много выдавила. Сейчас всю руку намажу до самого плеча. 67, 37, 50 миллилитров. Что он делает? Тут тоже комплекс омега-кислот, каротиноидов, которые активизируют и бережно заботятся о коже. Восстановительный процесс оказывает только общеукрепляющее действие. Ну, приятный такой. Запах тоже есть, но он еле-еле, ребята, уловимый. Его практически нету. Да, дырка большая, выдавилось очень много. Размазываю по всей руке. Но не выкидывать же. Не идти же сейчас не мыть руки. Ёлки-палки, очень вкусно. Кстати, а запах-то раскрылся. Очень даже приятный такой ароматик. Так, сейчас у меня в руках гель для умывания. 67-39 артикул, 100 миллилитров. Угу. Очищает кожу от макияжа и других загрязнений. Не сушит, очищает поры и оставляет чувство свежести. Понятно. Давайте смотреть, что за гельчик. Вот такой вот приятный гельчик получается. Обычненький, да? Ну и запах у него тоже. Я бы сказала, что он все-таки ближе к нейтральному, чем он есть вообще. Приятный аромат. 100 мл. 100 мл идет умывалочка. Так, следующий кремушка. Универсальный для лица, рук и тела, 150 мл. Он интенсивно питает, увлажняет кожу, быстро избавляет от сухости и шелушения. Угу. Еще доберись до него, да? Очень-очень сильная упаковка. Угу. Тоже такой же, вот смотрите, желтоватый. Нагнуло. Он даже не думает нисколько. Даже хотя бы чуть-чуть скатиться. Вот я потрясла. Он... А, нет, что-то не... Нет. Все-таки ничего не началось, да? Так, ну давайте. Ух ты, какой он, смотрите, какой он упругий. Ну, хорошо. Давайте попробуем. Ну да, он очень питает. И чем-то, ребят, он мне напоминает все-таки зиму. Запах еле уловимый, что приятно, в нос не бьет. Угу.
то время как в Азии в качестве молодильных яблочек использовали продукты ферментации, в наших широтах традиционно больше доверяли уход за кожей маслам. В новой серии «Омега-хит» их 4. В этой новинке мы соединили 4 самых важных и комфортных кожи масла – облепиховое, кунжутное, льняное и оливковое. Все они – богатый источник полиненасыщенных жирных кислот омега. У нас в формуле омега-кислот тоже 4 – омега-3, 6, 7 и 9. Наверняка наши зрители знают, что все омега-кислоты обладают антиэйдж-эффектом. Если кожу лишить омега, она начнет быстро стареть. Но в чем новизна? Инновационным стало решение усилить действие омега-кислот ценными каротиноидами. Комплекс работает сразу в нескольких направлениях. Он омолаживает, поддерживает гладкость кожи и помогает остановить ее преждевременное увядание. Восстанавливает гидролипидный барьер, что помогает удерживать влагу в глубоких слоях кожи. Повышает эластичность стенок кровеносных капилляров, тем самым снижает видимость сосудистой сеточки и уменьшает темные круги под глазами. В сочетании с каротиноидами жирные кислоты омега стимулируют процессы репарации в коже, защищают клеточные мембраны от повреждений и противостоят старению на клеточном уровне. Из этой линейки, я так понимаю, все 4 мы с вами посмотрели. Очень интересно, шампунь мы с вами посмотрели. Следующее у нас с вами идут вот такие вот пасты. О них тоже есть видео с цифрового форума. Оно будет тоже вставлено. 4 зубных пасты. Одна отбеливание увлажнение 26-75. Другая комплексный уход 26-72. Третья защита от кариеса 26-73. И четвертая здоровье десен 26-76. То есть такие вот пасточки. Ну что ж, первую нашла в коробочке. Очень интересно. Так, это у нас с солью, да? Они все, что ли, с солью идут? Так, значит, первая зубная паста у нас с вами идет как раз-таки защита от кариеса. То есть такая вот паста. Угу. Тут состав, все есть. 75 мл, 26-73. Давайте смотреть эти хамигаки. Очень уж расхвалили на цифровом форуме. Поэтому хочется посмотреть. Такая вот она, зубная паста. С примесью какой-то водички немножко. Угу. Или масло тут в составе идет. Честно сказать, на вкус она мне очень не нравится. Чувствуются вот эти вот катышки для очищения. Сильная мята. Но сам вкус, какая-то соленая мята, мне не понравился. 26-73 нет. Как бы хорошо она не защищала, но нет. Жуть какая-то. Господи. Не, серьезно, прям очень не понравилось. У меня такое редко бывает, не мое. Так, матча. Хамигаки матча. Пришлось ставить видео на паузу, чтобы прополоскать рот. Мне очень не понравился вкус вот этой зубной пасты. Прям нисколько. Далее матча идет зубная паста. Не знаю, где какая мода, но это невкусно. Вот лично мои рецепторы выдали 100% нет. Так, следующая зубная паста 26-75. Она идет отбеливание и увлажнение. Ну, чай матчу я люблю. Он такой горький, он своеобразный. Он дает очень-очень много энергии. Круче кофе. И в компании Faberlic Matcha есть. Я ее пью, слава богу. Она мне реально зашла, реально нравится. Да, цвет как у чая. Я уже боюсь. Вот такая вот зубная паста. Очень даже интересная. Ну, это, кстати, поприятнее. Если предыдущая была такая не сильно мятная, то это прям жжет, горит во рту. Угу. Ну, и привкус такой тоже вот этой матчи есть, кто ее знает. Не знаю, как описать, но мне тоже невкусно. Реально невкусно. Нет. И она очень сильно мятная, прям щипит язык. Угу. Прям ух, привкус горечи я чувствую. Нет, эти хамигаки точно не мои. Точно не тот уход. Так, интересно, еще встречу ли я хамигак. Так, вроде бы хамигаки закончились. Вот эти две пасты мне не понравились. Вот этих, скорее всего, еще пока нету. Потому что мне они не пришли. Я их обязательно закажу попробовать. Но даже, вот, честно, желание пропало их пробовать. Но все-таки есть надежда, что вот сакура мне может понравиться. И может понравиться женьшень. Розовая соль нет. И матча тоже нет. Прямо нет. Не мое это. Для меня это очень-очень-очень сильно невкусно. Вот прям честное слово. Мы создали новую серию хамигаки.
Она содержит традиционные японские ингредиенты и следует японским ценностям. Представляем 4 пасты. Комплексный уход с сакурой, защита от кариеса с розовой солью, отбеливание и увлажнение с матчей, японским зеленым чаем, здоровье десен с женьшенем. Позже к ним добавится еще одна паста с золотом, максимальное отбеливание 24 карата. Все продукты серии содержат экстракт мукуросси и комплекс природных энзимов. Думаю, что экстракт мукуросси знаком далеко не всем зрителям. Расскажем о нем поподробнее. Мукуросси, или мыльный орех, это вечно зеленое тропическое дерево. Это традиционный японский ингредиент, обладающий мощным антимикробным эффектом и отличными пенящимися свойствами. Семена мукуросси с древних времен использовались как заменитель мыла, даже для бережной очистки жемчужин. А недавно японские ученые доказали, что экстракт мукуросси эффективно противостоит грибкам, вызывающим заболевания слизистой полости рта и пародонтоз. В нашей инновационной формуле экстракт мукуросси дополнен комплексом природных энзимов, которые эффективно устраняют зубной налет и препятствуют его образованию. Далее с артикулом 119-99 губка универсальная. Это тоже обычная губка. Прям обычная-обычная губка, очень грубая, ее очень надолго хватает. Она долго не рвется, не ломается. Как вы видите, у меня они закончились, и целая гора вот этих вот губок. Целое прям горище я заказала, ну, потому что надо иногда что-то мыть, что-то делать. Кремы Мискини я протестирую еще в течение 3 дней. Вот, а пока вам покажу вот эту мою любовь. Это прям моя любимая любовь. Это идет салфетка для кухни. Ну, она, в принципе, ну почему для кухни? Она для всего, шкафы мыть. В общем, все, что вы хотите, ей можно мыть. Легко удаляет сильное загрязнение, подходит для любых поверхностей. И она идет двухсторонняя. Тут тоже идет такая очень наиподробнейшая аннотация. Тут специальные микрофибры и так далее. Она очень хорошо оттирает. Одна поверхность такая грубая, ребристая. Да, вот она, видите. Прямо вот, да? А вторая поверхность такая более мягкая. Ну и тяпочка сама по себе просто наивеликолепнейшая. Износостойкая, ее стираешь, стираешь, с ней ничего не случается. Ну и плюс петелька, да, можно куда-то повесить. Ну, мы ее нигде не вешаем. Я взяла ее в запасничке, потому что начала она у меня заканчиваться. Я, конечно, взяла побольше. Далее пошли куча аромамасел. У них я уже неоднократно делала обзор. Влажные салфетки появились, ребят, в распродаже «Весенняя копель». Я была очень удивлена, потому что так просто на сайте я их тоже найти не могла. Может, это из-за того, что мы переехали на новый сайт. Артикул 114-34. Классные, добротные, хорошие влажные салфетки, которые безумно удобно с собой носить куда угодно. Они очень хорошо очищают. Обувь очень хорошо очищают. Запах у них тоже такой, чего-то чистящего, но очень нежный такой приятный запах. Мне прям они нравятся, эти салфетки. Ну, они, конечно, не для рук, но для обуви. Также они подходят для гладкой кожи. Понятно, что они там не для ноутбука, не для чего-то там, а именно для гладкой кожи. Ну и плюсом ко всему они очень хорошо очищают. Например, мое кресло из натуральной кожи, за которым я работаю дома, хорошо очищают там у мужа курточку. Мы ездили в Таджикистан, ну, уже года полтора назад. И вот вы знаете, так получилось, что на него там птичка надела. У нас как раз были вот эти влажные салфетки, у меня были с собой в сумочке. Потому что в поездке я их всегда беру, они безумно удобные. Следить за обувью просто шикарно, великолепно. Потому что когда ты выезжаешь в красивой обуви на какой-либо из форумов, ну, всякое бывает, где-то лужа, где-то что, нужны бывают вот эти вот салфетки. Очень хорошо работает. Также салфетки от пятен я еще беру. Так, далее. Это у нас консилер для лица. Один из моих любимейших консилеров. Артикул 6420. Полностью уже все консилеры закончились. Этот цвет такой, видите, очень розовый, приятный. Он розовее, чем на камеру, кстати. Камера тут врет вам. Приятный, очень освежающий оттеночек. Мне нравится. Я очень люблю эти консилеры. Они не супер плотные, но опять-таки очень клевые. Я их заказала себе 2 штучки. К следующий момент. Еще одни консилеры, но 2 одинаковых, вернее. 6342 у них идет артикул. Они уже такие, знаете, более плотные. Более плотные, но более натуральные. Они, конечно, могут подчеркнуть морщинку. Вот такой вот прям наинатуральнейший оттеночек. Они, ой, чуть не вылила, да? А может и вылила. Они могут подчеркнуть, конечно же, морщинки, все такое прочее. Его нужно совсем чуть-чуть. Но он очень мощно перекрывает. Прямо очень мощно перекрывает, и его незаметно. Ну и можно их, в принципе, вместе. Смотрите, прямо на руках очень сильно видно, да? Какая ровная ручка и какая неровная ручка. Прямо видно, да? Видите?
Все вены тут видно, а тут не видно. Так, далее я взяла себе, очень мне нравится натуральное эфирное масло эвкалипта. В принципе, его рекомендуют все врачи. И я, конечно, это масло тоже очень люблю. 5 мл идет оно, 5 мл. Вот оно такое. Тут идет аннотация, с чем его можно, в какие кремы, в какие шампуни, еще что-то добавлять. Я его добавляю пока на данный момент, если честно, неохота с этим возиться. Я его добавляю в увлажнитель воздуха. Мне очень нравится. У меня увлажнители стоят во всех комнатах. И это 100% натуральное эфирное масло. Кто-то мне писал, что это дорого. Нет, ребята, для натурального эфирного масла это золотая середина. Есть еще дороже. Так, тут у нас не по-русски, я так понимаю, а тут по-русски. Куда его можно, да? То есть в ванную, можно в крем, также можно. В общем, куда хочется. Аромалампу, аромадиффузор, хорошая штучка. Так, значит, их я заказала довольно-таки много, потому что они мне очень-очень нравятся. Также заказала зеленый чай. Так, вот такой вот Театрю. Он называется зеленый чай. Это тоже мономасло, как и предыдущее. Тоже 5 мл идет. Артикул 1344. Тоже очень хорошенькое такое клевое масло. Так, дальше заказала еще масло лаванды. Тоже мономасло. 5 мл. Артикул 1341. Вот. Ну и Siberian Fir. Тут больше всего. Да, масло пихты сибирской. В общем, такой вот классный заказик. С вами была Клонова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео. Да, кучка мала еще там.